Итак, главный бой сегодняшнего вечера. Первый тяжелый вес. Формула боя. 8 раундов по 3 минуты. В красном углу ринга боксер из Грузии в нынешнем году боксировал в качестве президента на региональный титул WBC CSBB. Провел 48 боев. 20 одержал победу, из них 11 нокаутов, 5 мячей, 23 поражения. Давид Рибакови, ваши аплодисменты, друзья! Thank you.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Гагаузия! Добрый вечер, комрад! Не расходитесь, пожалуйста, потому что я вместе с вами хотел бы пригласить на ринг людей, которые участвовали в организации этого замечательного соревнования и которые помогли и осуществили то, что мы сегодня видели с вами, замечательное шоу. Пожалуйста, я хотел бы пригласить в первую очередь мэра вашего замечательного города, которого вы все знаете. Давайте поаплодируем ему. Вроде, да. Хотел бы пригласить также президента Национальной ассоциации профессионального бокса Республики Молдова. Давайте поаплодируем. Конечно, президента Федерации бокса Гагаузии. Добрый вечер, друзья. Хочу вам сказать спасибо, что вы пришли на это замечательное мероприятие. Я надеюсь, что у ребят, которые там проходят, будет это продолжаться в традиции, чтобы они делали красивые бои, чтобы делали большие шоу, чтобы люди приходили, платили и смотрели за красивый бокс. Хочу поблагодарить Данилу Беляеву, Евгения Бойко за то, что они меня пригласили, предоставили возможность подраться на родной земле для меня. Вот. Хочу поблагодарить своего тренера Сергея Витальевича Кубышева за то, что подготовил меня к этому моменту. Я прошу подняться представителей B&B Promotion, если они на радостях еще не ушли, не убежали из зала праздновать уже замечательное окончание этого турнира, а также спонсоров. Может, ты пригласишь спонсоров? Наши главные спонсоры, наш главный генеральный спонсор покинул зал после этого боя. Мы благодарны всем за поддержку. Огромное спасибо нашей поддержке. Без вас всего бы этого не было. Спасибо огромное. Я хотел бы предоставить слово самому главному, так сказать, участнику этого шоу. Это вашему замечательному человеку, мэру вашего города. Спасибо. Хочу быть рядом, поблагодарить организаторов и дальнейших таких соревнований, потому что наш город растет, без этих шоу, без других видов спорта, развития не может быть у нас замечательного и полицейского команда. Поэтому всех с праздником, всем большое спасибо. И меценатам. Итак, дамы и господа, еще раз огромное спасибо всем и каждому за этот чудесный праздник спорта, который мы увидели сегодня. Огромное спасибо боксерам. Давайте им дружно поаплодируем. Конечно же, огромное спасибо спонсорам, генеральному спонсору строительной компании «Элавняков», спонсорам фирме «Пейпермакс», «Свети Штака», «Рензаут Давай», «Петровский Слободя», «Победе». Огромное спасибо за акцию. Национальная ассоциация профессионального бокса Республики Молдова и ассоциации бокса Гагаузия, а также премьер города Кавра. Огромное спасибо вам, наши дорогие друзья, за то, что пришли и здесь сегодня своими глазами видели то, что происходит на ринге. Спасибо всем и до новых встреч!